17-летней амичке Маше Кистановой очень нужна помощь земляков. Девушка не может встать на ноги после серьезного перелома. Нужна операция по замене протеза, которую делают в немецкой клинике. Без неравнодушных чудо не случится. У дочки папины глаза. Этот незатейливый ролик Маша Кистанова смонтировала сама. В свои 17 она уже взрослее большинства сверстников, ведь пережила и стерпела больше. Уже в 3 года Маше поставили диагноз – саркома Юинга на правом бедре. 12 курсов химиотерапии победили рак, и девочка пошла в школу. Ну, тут однажды она просто споткнулась, нога у нее сломалась. Мы были в нашей больнице, в детской. Мы висели на вытяжке со спицей в ноге. У нас ничего не срасталось, ничего не получалось. И потом мы решили обратиться в «Радугу». В 2013 году мы обратились в «Радугу». «Радуга» собрала нам деньги, и мы улетели в Германию. Немецкие врачи поставили в бедро металлический стержень, коляска, затем костыли. И вот, опираясь на трость и помощь родителей, Маша пошла в школу. И даже сдала экзамены на вождение, но отголоски курсов облучения остались. Кость оказалась хрупкой, не выдержала нагрузки, протез надломился. Мама Елена рассказывает, провести операцию были готовы и в Омске. Однако гарантий на успех в Германии куда больше. Вот этот профессор... Он директор этой клиники, и он в прошлый раз Машу сам оперировал, сказал, если вы прилетаете, то в этот раз я буду тоже сам оперировать ее, потому что я знаю весь процесс там, состояние ноги, что там было, как там было, то, что он даже все вот эти проволочки скручивал своими собственными руками, поэтому мы решили снова лететь туда. Сейчас Машины передвижения в пространстве ограничиваются квартирой. Ходить в школу она, конечно, продолжит, ведь впереди выпускной класс и экзамены. Сейчас ее цель – стать журналистом на телевидении. Люди не должны замыкаться в себе, должны продолжать движение. Я хотела даже вот людей встречать на улице, которые там либо на коляске, либо еще с чем-то, спрашивать про их жизнь и узнавать у них, и больше мотивировать всех и показывать, что это все-таки не конец. Что не нужно сразу замыкаться в себе. Маше Кистановой требуется более 4 миллионов рублей. Помочь ребенку можно, перечислив любые средства на реквизиты банка. Они указаны на сайте «Радуги» – radugadefisomsk.ru. Можно позвонить по телефону благотворительного центра. Его номер 908-902. Николай Евенко, Сергей Гаврилов, Антенна 7.